Куда ты собрался? Да короче, что я решил? Начали мне все писать. Ебать, она здесь! Начали мне все писать, что трез говно. Сейчас поедем снимать и ставишь снарь. На сколько сил будешь снарь дуть? Мне сказали, что там за пятак, 5000 рублей шеснарь, турбина, пускай они валяются повсюду. Турбина, да. Есть, вот валяется, Серёг нашел. Валяется, да, старая. Смотри. Ну, в бюджет десятку я должен, 1000 сил. Только что нашел. Нормально. Наш шеснарь уже готов, Серёг. На мусорке он лежал. Друзья, ну что же, всем привет, мы приехали, все просили, и мы приехали за шестеркой. Сейчас поедем кататься. Соперника вы, наверное, уже увидели по обложке, да? Да вон он стоит слева. АК? Вон та ржавая? Да, ржавая и АК. Протюнил тачку, но это в следующей серии. А так, сейчас поедем, боевое крещение на одном баре. До настройки через неделю записались. Будем допиливать тачку, надо, чтобы было потеплее на улице максимально. Но чтобы по безопасности настроить и не было никаких сюрпризов в машину. Поэтому я переживаю, честно, блин, очень переживал, потому что сегодня ей придется повоевать. Увидите вы, наверное, сегодня только одну же серию, правильно? А соперник будет не один. И какой из соперников, я тоже сейчас вам пока сказать не могу, потому что я пока не знаю, какую тачку нам сейчас первую прикатит. Поэтому вы это уже знаете. Вам всем приятного просмотра. А мы начинаем, друзья. Шестерка ждала. Я как-то уже позабыл, уже пару недель прошло, я не катался. Мне кажется, она уже и, наверное, не едет. Ну, посмотрим. Она сегодня должна. Если она сегодня прям в первом заезде просрет, не выложим, да? Погнали, да. Друзья, но спонсором данного видеоролика является букмекерская контора Винлайн, которая дает вам бесплатную ставку в размере до 10 000 рублей. А ссылки я оставлю в закрепленном комментарии. Алгоритм действий простой. Переходите, регистрируйтесь, получайте абсолютно бесплатную возможность сделать ставку на любое событие. И никаких пополнений при этом делать не нужно. Данная бесплатная ставка доступна также для жителей Беларуси и Казахстана. Но есть одно условие, вам должно уже исполниться 18 лет. Все ждали, я ждал, шестерка здесь, ждем соперника, очень крутого соперника, потому что эта тачка, этой тачке удалось проехать Октавию мою. А так как здесь пока один бар, через неделю мы будем донастраивать машину, блин, короче, все шансы, что мы можем, как-то ласково сказать, проехать. Реально все шансы. Потому что мустанг демон.
Он там сейчас что-то накручивает, то ли он удаляет еще и катализаторы. Многие говорили то, что там и переключает он не так. Ребят, он едет в одном переключении. Одно. Одно. Не 4, не 5. С 3 и 4 он едет 250 км в час. Он не переключает 6 секунд, чтобы там был прям разрыв. И плюс, ну, сейчас еще потренировался. По поводу мощности. Все сказали, какие там максимум 440. Машина была на стенде 520 лошадиных сил. Поэтому все, кто разрывает зады, можете их подзашить и разорвать их чуть-чуть попозже. Поэтому, друзья, пишите ваши комментарии, кто будет быстрее. Я очень переживаю. Неделю ничего не ел, скидывал балласт, не пил, не дышал. Я очень переживаю, короче. Вот реально. Вот от этого весь кайф. А то все цифры, цифры. Хуй вам, а не цифры. Цифры, блин. Надо заезжать, а не писюнам мериться где-то там. Чужие съездил, подставил, у меня тачка валит. А сюда приехал, оп-па-па. 5 секунд заезда, и все нахуй разорвалось, понимаете? Поэтому, друзья, всем приятного просмотра. Сейчас будем ебашить просто на шестерке. Я думаю... Ну не должен я дико слить, если сейчас первый ее заезд в этом конфиге я проиграю, это будет просто ад. То все обратно, 300 лошадей, нахуй нам эти заезды. Будем кататься на приоре. Я думал, ты по-свойски ребятам там поддаться. А он вообще подготовился, смотри. Не-не, я прям да, я там весь скотч на базе израсходовал. А ты пробовал? Бля, тут побольше, да? Слушай, ну а что, помогло? Не, пока не открылся, но 200 больше не ехал. Блин, с этой штукой вообще не делался на больше. Да, я пробивать капот. Он алюминиевый, как. Ничего не делался больше. А, там нет, а, там пуска защиты действительно. Кнопки вот эти. Да, да, да. На вот эти отверстия больше делал, когда не будет. Может быть, в том числе пропилить. Ну не надежно, да, все равно не было. Да страшно, да ну ничего себе, я осередить. Если открою, то. Да это тут пипец на крыше. Четырил, ну, конечно, видел, подготовился. Ладно, что думаешь? Я очень. Капот будете снимать? Мы, короче, его не закрываем. А, он же у меня петли спереди. А, да, он же не откроется. Вот читерство какое! Да это ладно, я понял, да. Попробуем. Чего? Ну хочешь место, хочешь хода. У меня коронка 4000 плюс. Она у меня до 4000. Сейчас скажу, что у него турбомотор. Не, мне раздуваться не надо. Я думаю, давай сделаем заезды ходом, резину прогреем. Да. У меня слики, я могу сразу с места ехать, мне без разницы. Да ты думаешь, я сейчас ехал 200 и не прогрею? А, все. Понятно. Ну, не сразу с места ехать, да? Давай ходом сделаем. 60 со второй ты едешь, да? 60, 80, 100 и с места. И все будет понятно. Поэтому погнали. Когда первый заезд был на ней. Сейчас-то не так уже, наверное. Страшновато. Мустанг, я просто знаю, это демон. Это лютый демон. Первый заезд. Мы поедем 60 км в час. Мне придется с первой. С первой. Ну а что? Ну подожди. Да ладно. Мы с первой. Ага.
Слушай, переключение с первой на второй было долгое, неудобно просто, наверное, ну, да, первая, да, вторая да. Ширять такое себе, но по ней было видно, что она поехала. Едет, да? X6 едет. Это не X6, это, блин, как же с двумя круглыми фарами машина? Я сбился, на третьей буксовала. Ладно, потом вспомню. Да вообще жесть. Динамика офигенная, мы переключились даже неплохо, если честно, но вот ты прям хорошо вперед пошел. Давай 82. С этим фордом ехать надо делать все идеально. Атмо-мотор ошибок не прощает. На нем когда нажал, тогда он и поехал. Ну а ты как настроен был, что ожидал сегодня? Да я, честно, не знаю. Это же зверюга. Вот мы тоже ехали, оба не знали ничего. Первый заезд на этом конфиге. Хрен его знает, сколько у него мощности, хрен его знает, как она едет. Сами ехали, вообще ничего не понимали. Это ж ваш самострой. Ну, дело в том, что, понимаешь, такие, ну, почему ее судить, да? Как эта машина едет, я знаю. Как там едет какая-нибудь Камара, я знаю. Как М3 едет, я знаю. А это как, бух, я не знаю. Тут даже сам хозяин не знает, как она едет. Вот, поэтому тут такое на Ютубе не посмотришь. Ты готов? Давай. Раз, два, три! Ух ты, тут приход какой сразу! Ёпта! Если бы не твой старт, вот этот моментальный, он бы ушел, мне кажется, вообще, да. Ёпт. Потому что мы в максимальном крутящем моменте шли. Ну, Серег, если бы не твой, не старт Мустанга, вот этот моментальный, ты бы ушел. Она, шестерка быстрее едет. Она нас ходом набирает. Да. Это видно, что она едет быстрее. Ладно, я просто сейчас кондиционер отключу. Да, 220 километров в час было. Ну, для шахи, это знаешь. Это, знаете, мы сейчас ехали, правильно? Чё? Чё? Не, опять не поняли. Я говорю, мы сейчас ехали 80? Да. Да, мы сейчас ехали с 80. Да. Мустанг очень хорошо прыгнул. Из-за этого ты нас догонял еще, а так бы ты ушел вперед сразу. Да, если на других скоростях он обойдет. Сейчас как раз он сейчас остынет, хорошо сдуется. Да, он не нагревается. Не нагревается он, да? Там охлаждение охуенное стоит. Это же не шестнари вот эти, которые на один заезд и 7 минут остывать потом. Интересно, что будет на полутора пара. Это будет, ребята, это будет в каком-то одном баре можно сконкурировать с тачками 500 сил. Давай, готовы? Раз, два, три! Вот, старт ровный получился сейчас. Шестерка пошла. А мы все одну передачу крутим. Вот сейчас переключили. Три раза, ты один. Передача длинная. Да, притормаживай чуть-чуть. Натуре. Весь заезд одно переключение. Да, со скольки? Давай сейчас так же, где-то около 100, хоть с 5000 мы поехали. А оттуда сделаем смену. 90, может, тебе удобнее будет? 90. Давай, 90. Давай.
У него заканчивается коробка, все, она делает и все. Видишь, у нас сейчас у меня чуть-чуть оборотов меньше было, а ему поудобнее. Вот у нас вот эти вот копейки, разница и получается. Ну, шаха, конечно, сил. С большой скорости, наоборот, чем больше оборотов, со 100 плюс. Аэродинамика никакущая с тобой. Типа, ну, видно, мне, что видишь, она на сотку надо было на второй, я бы прыгнул. Ну, шаха. Тут фишка в том, что на маленьких скоростях видно, как она от тебя уходит, а после 160 из-за вот этой кирпичной аэродинамики уже видно, что ты что-то там держишься где-то. Что как-то мы боком шли, да? Да я вижу, я как бы резину. Да ну в любом случае, но это американец. Да. Шаха, конечно, берем. Я сам охерел, когда у тебя был бабах, мы тут вообще охуели. Нагрелось, понял же, турбины, все там, сейчас никак заходим. Поехали туда сейчас, Гена, давай раз на раз, ебать. Давай, разворачиваемся. Отмерим нормальный участок и заедем. Не 400 метров, а побольше.
часов 5 было. 240! Друзья, заезд подошел к концу. Вам всем спасибо за то, что смотрели. Спасибо еще раз всем тем, кто принимал участие в постройке этой чудо-машины. Потому что я вот сейчас так кайфанул. Уже года два, наверное, да, не снимаем ее? Да, два года. Да, за эти два года я таких эмоций от чего получал. Хочешь это сравнить, знаете, с чем можно? Я от М5 кайфовал. Е60 тогда на выхлопе. От этой как бы процентов на 70 больше кайфанул. То есть не в два раза, а почти в три раза. То есть я кайфанул больше. Это не передать. Она стоит на дороге. Ее не кидает никуда. То есть 100 раз повторять каждому на видео то, что такие у меня стоят тормоза, такая подвеска, это глупость. Я уже все миллиард раз сказал, что у меня стоит, что она вся полностью доработанная. И спрашивают там, вот это провари. Проварите себе. Постройте, приедьте, покажите. Про Гену, то, что он переключает плохо, я бы там без сброса переключил. Ребят, я бы ДКБ бы... Большинство тех, кто пи***ят, это про тех, кто... Вы можете максимум передать без сброса, переключить, это мелочь, маршрутки кинуть и все. Не надо выебываться, купите и покажите как. Но чужую машину может сделать каждый, надо ее чувствовать, понимать. По заезду... В первых заездах, что сказать, два зараза, да, навез мне? Или ровно, или даже чуть навозил мне, да. Чуть-чуть было. Да, потому что он ехал немного, опять оправдание, но опять ехал немного не с той передачи, и надо было привыкать к машине. То есть, это сегодня первый пристрелочный заезд, понимать, где работает турбина. Это не как там нажало, но уже вся мощность. Здесь чуть уже все стало работать по-другому. Дальше привык, кайфанул нереально. Мустанг – это очень крутой соперник, потому что у него, я повторюсь, стендовых 520 лошадиных сил. И я теперь понимаю то, что на одном баре она может разъебывать очень многих. Что будет на полтора, я даже себе представить не могу. Это будет очень конкурентоспособный снаряд. Потому что, блин, сейчас я в шоке от нее. Я прям очень кайфанул. Я кайфанул от того, что она получилась крепкой. Сегодня жарко, и я лупил на ней. Не было такого, что проехал, погодите. 9 раз проехали туда-обратно. Нет, машина должна быть стабильной. Построена по железу она намного. Как это все будет дальше держать, мы будем смотреть, друзья. Но эта машина должна кататься. Соперников нашел у нее уже очень много. Поэтому... Всем еще раз спасибо тем, кто болел,
за нее, тем, кто поддерживал морально, психологически, комментариями нас в постройке тачки. Спасибо тем, кто пи***ли, ради вас на всех наказываем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Скоро она будет. И вот так еще она. Пока.